считал. Ксантус. Это... Все с раздельными теплообменниками оборудование, да? А стоит ли? Стоит. Во-первых, он с крутилками будет. Что ну, такой что эконом-вариант для получается, да? Бабушкам дисплей, кнопки это... Не, более не дорогая модель это что? Это гидроузлы ну, это аналог... бронзовые, да? Да, все гидроузлы бронзовые. Ну, сравнить можно, может быть, по комплектации с Барс. С Экофором, там, к примеру, да? Здесь это один и тот же котел. Это один и тот же, и кожи, где без кожи. Здесь уже получается... Я думаю, что скорее всего... Это сборка с Барс. А из азиатских? А здесь европейский клапан? Здесь клапан гантельный, клапан гантельный. Клапан есть вентилятор СИПовский. То есть все, там классический тубоменник польский. А это получается что-то азиатское? Да. Это уже что-то они на основе европейского делать начали, да? Трехходовой, я имею в виду сервопривод. Да, достаточно интересная конструкция клапана, я еще не встречал. Ну вот тоже, как бы если газовый клапан, да, он встречается во многих котлах, там, скажем так, именно азиатских. А... Ну не азиатских, а эконом-сегмент. Ну, корейский, по большей части. Вот именно в корейских котлах чаще всего. Так, а что ж такого еще интересного у вас? Без остатка все европейское. По большому счету, буду набивать или проточные газовые? Проточные газовые, они у нас есть, но по другим брендам. Каким? Эдисон. А, Эдисон это ваш. А это может где-то с другой стороны или нет, тут не представлено, да? Понятно. Ну спасибо большое. Пожалуйста. Обращайтесь. Если что, вдруг какие-то, может, предложения скинуть. Ну, например, да, обращайтесь.